Капитальный ремонт домов в Набережных Челнах выполнен на 85%. Об этом сообщил первый замруководитель исполкома Илья Зуев. Напомню, в этом году из-за пандемии работы на объектах стартовали позже. При этом сдать объекты в эксплуатацию необходимо до 20 ноября. Мэр Наиль Магдеев поручил завершить сезонные работы до конца этой недели. А это ремонт кровли и фасада. Там, где есть узкие места, решение принять, усилить количество работающих и работников на этих объектах, с тем, чтобы к концу недели никаких вопросов по сезонным работам уже не было. В список объектов, которые капитально ремонтируются в этом году, попали 213 домов. Общая сумма проводимых работ составляет 1 400 000 000 рублей. Одна из затратных частей – ремонт и утепление фасадов многоэтажек. Что касается республиканской программы «Наш двор», то здесь выполнено более 70% работ. По словам Ильи Зуева, подрядчики работают без выходных. В ближайшее время будем стараться завершать с грязными работами, чтобы меньше доставлять неудобств, дискомфортно горожанам. Контракт до 1 декабря, но с дорожными работами, с асфальтом мы должны закончить в октябре, что в ноябре погодные условия обычно не позволяют этим заниматься.